Чтобы белореченские школьники хорошо отдохнули, набрались сил и ярких впечатлений, в Белореченском районе открыли свои двери 25 спортивных и оздоровительных лагерей. Подробности в нашем сюжете. С 8 июня на территории Белореченского района официально открыты 15 лагерей дневного пребывания детей. 9 лагерей, где ребята будут не только отдыхать, но и трудиться, и загородный туристический лагерь «Олимпиец». Первую смену у нас будет работать 23 лагеря, из них 14 лагерей дневного пребывания с охватом 1026 детей, 9 лагерей дневного пребывания труда и отдыха с охватом 403 человека. И во вторую смену на базе 5-й школы около 200 учащихся тоже поправят свое здоровье и будут трудиться на территории школы. Вчера родители 75 белореченских мальчишек и девчонок проводили их в детский загородный туристический лагерь «Олимпиец» в станице Рязанской. Всего за летние каникулы в нем отдохнут и оздоровятся 320 учащихся в 4 сменах. Первая смена у нас туристическая, вторая смена будет эколога географическая, третья смена военно-патриотическая, то есть казачья, будут оздоравливаться дети из казачьих семей. Четвертая смена – спортивно-туристическая. Интересно, используя для здоровья, проведут время в лагерях 1567 белореченцев с 7 до 16 лет, в том числе 78 детей из семей с трудной жизненной ситуацией, социально опасных семей, дети, состоящие на профилактическом учете. В течение 3 месяцев на базе учреждений доп. Образования, школах будут задействованы детки на тематических дневных площадках, спортивных площадках в дневное и вечернее время, в экскурсиях, походах, экспедициях. Мы стараемся и пытаемся, чтобы дети в количестве 13200 учащихся были охвачены всеми видами, формами занятости и досуга. На летний оздоровительный период из краевого бюджета выделено около 5 миллионов рублей, из местного еще около 3. В лагерях дневного пребывания для детей предусмотрен завтрак и обед. В лагере «Олимпиец» – пятиразовое питание. Ну и, конечно, каждого родителя волнует вопрос безопасности ребенка на отдыхе. Проведены совещания с руководителями образовательных организаций, замами по воспитательной работе, с начальниками лагерей дневного пребывания, лагерем «Олимпиец», инструктажи с родителями, с детьми на весь летний оздоровительный период. Юлия Вагапова, Сергей Севастьянов, Илья Никитенко. События и люди.